Владимир Дедков посвятил новеллу «Где родился, там и пригодился» Юрию Александровичу Бугрову. И она прозвучит в исполнении Юрия Анатольевича Михайлова, руководителя детского объединения «Живое слово» Дворца пионеров и школьников города Курска. Владимир Павлович Дедков. Новелла «Где родился» посвящение Юрию Александровичу Бугрову. «Где родился, там и пригодился». Пожалуй, это самый светлый и ладный вариант судьбы. Ибо мать природа награждает нас духовно-физически оснасткой, наиболее пригодной для обитания и расцвета именно в этом ареале. Как рыбу в воде, как птицу в океане воздушном. Место рождения для каждого из нас – самое откровенное биоритмическое место на Земле. Причем откровение взаимное, откровение души своей навстречу откровениям жизни, ее истинным, простым и ясным. Ты открыт светло и влюбленно, и тебе породительски открывается жизнь. И посему антеева сила от Земли не миф. Каждый испытывает ее на себе, возвратившись в отчий край после долгой разлуки. И сил прилив, и настроение светлое, и самочувствие отрадное. Но человек совсем не случайно считает себя не той, но человек совсем не случайно считает себя не только дитем природы, но и сотворцом ее, как все живое сущее, ибо дано ему, разумному и духовному, участвовать в вечном процессе творения, от созерцания и созревания душой и телом до продолжения рода и дела рук человеческих. Ежели суждено тебе пригодиться вдали от родины, где ты сам родился, сына, прошу прощения, и если суждено тебе пригодиться вдали от родины, где ты сам родил, сына, дочь, дело, идею, мир, лад, считай, что там обрел оседлость души, украсил себя и место, породнив его со своим исконным. Где родился, там и пригодился.